Дмитрий, расскажите, как все произошло, что случилось? Получается, я у него работал и прогулял один день, не пришел на работу. Он, короче, выгнал меня. Потом месяц спустя я пришел снова опять. Хотел забрать вещи, я не забрал вещи. Я взял там 10 килограмм алюминия. 10 килограмм алюминия взяли? Да, надо было на проезд домой и на... Давайте немножко сначала. Вы у него работали вот уже сколько всего времени? Года 3 где-то. Года 3 работали, а месяц назад уволились, да? Да, он мне сам выгнал за то, что я прогулял один день. И вот этот месяц вы где были? Дома были или где? Да, дома. Приехали опять к нему на... Да. На работу. Так вы когда ночью, днем к нему залезли? Ночью залез. Я хотел вообще забрать вещи, а потом. Это в какой был? Какую ночь? С какого на какое число? Помните? Я не помню точно. По-моему, с 14 на 15. То есть с четверга на пятницу, да? Да, вроде бы. Полезли к нему через ворота, да? Да. Они меня поймали и закрыли в душе. А так они были дома, хозяева? Не, ну там были дома просто. Так вы 10 килограмм алюминия, говорите, вы их успели вынести? Успел, или как? Да, я вынес. То есть в эту же ночь, да? Да, вечер. А куда сдал. Вы их дели? Ну, сдал на точку. А потом назад вернулись? Да, возвращался опять туда, и меня поймали, закрыли в душе. Вызвали милицию. Милиция меня повезла в райотдел, зафиксировала эту кражу. И на следующий день отпустили. И прошло еще почти сутки. Я шел по улице, они меня поймали, короче. А вы там вот зачем шли? У вас дом в каком селе? Ну, я и шел к знакомым, у меня знакомые есть. Они меня поймали и привезли на хату. Избивали, прижигали, грели на газу кочережечку. Прижигали лоб, руки, он все прожигали. А потом... Это кто это делал? Ну, это делал бывший директор мой. Виталий? Да. Потом повели на бойню и привязали на шею цепь. А бойня там в одном дворе, да, с домом? Просто как отдельное помещение, да? Привязали на шею цепь и били палкой. И по телу, и по голове. Какой палкой? Деревянной? Да. Она и ломалась. Это все вот он, хозяин один сюда? Да. Связывал руки, вешал там за ногу на лебедку. Поднимал вверх ногами. Вверх ногами вас поднимал? Да. То есть самые настоящие пытки были. Сколько все это длилось? Это было 2 дня. А что он хотел в это время? Просто вот так, такое наказание? Или что-то требовал от вас, вот издеваясь? Он просто испытывал, я не знаю, удовольствие или что он испытывал. Ну, мне было очень больно. А потом как? Потом я как-то чудом вырвался, провязал за цепок, что был на швеллере, крючком, лебедку, начал крутить, и она порвала цепь. И я с куском цепи побежал на другую улицу. Это было воскресенье уже, да? Да, вечером. Постучал в ворота на соседнюю улицу. Люди вызвали скорую и милицию. Привезли в больницу, МЧС снимала цепь с шеи. Вот так, в общем, все и закончилось. Да. Просто я сейчас боюсь, что он откупится и ничего никому не будет. И буду дальше идти по улице, и меня кто-то опять вывезет куда-то. Вы переживаете, что он откупится? Ну, конечно. Ну, вы заявление ж не собираетесь забирать из милиции? Нет. Спасибо.